головой. Становись на коне, чтобы я поддержу его, ага. Да, хорошо. А? Все, закрывать. Скажите, будь ласка, что побачили у цій фурі? Соняшникова Олія. Порядок? Нічого? Та, звичайно. Ми ж надіялися, що буде порядок. В рамках тої задачі, яку нам поставив Ренат Ахметов, доставити в течение января місяця 500 тисяч продуктових наборів для роздачі їх мирним гражданам Донбасу, нам необходимо в январе месяце осуществить два рейса, 13 и 14. Вот сегодня мы практически заканчиваем 13 рейс и начинаем 14. Действительно, сегодня и вчера мы были вынуждены из-за активизации боевых действий приостановить работу большинства пунктов выдачи помощи. Но мы продолжаем планово завозить продукты питания на базы. И это позволит нам, как только нормализуется ситуация, как только остановятся эти страшные обстрелы, не только возобновить выдачу продуктовых наборов, но и за счет там, работы в выходные дни, за счет сверхурочной работы, постараться нейтрализовать вот это негативное отставание от плана раздачи.